Друзья, всем привет! Совсем недавно, буквально на днях, компания Dugi представила для нас с вами свой новый суперзащищенный смартфон, который получил название Dugi S100. И я, собственно говоря, сегодня здесь для того, чтобы вместе с вами посмотреть, а какой получилась данная новинка. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! Новинка получила классный IPS-дисплей на 6,58 дюймов с разрешением Full HD+, 2408 на 1080 точек с частотой обновления 120 Гц. Это 401 ppi. В сердце новинки располагается процессор от компании MediaTek Helio G99. По оперативной памяти просто все прекрасно, но здесь лишь один вариант, он на 12 гигабайт. По внутренним накопителям та же картина, один вариант, но хороший, 256 гигабайт памяти. И здесь стоит отметить, что на борту у нас имеется лоток для microSD карт памяти до 1 терабайта, он гибридный, совместный с сим-картой. На задней стороне смартфона располагается блок камер, состоящий из трех модулей, основной из которых на 108 мегапикселей, это датчик от компании Samsung, ISOCELL HM2. Далее ночная камера с инфракрасной подсветкой на 20 мегапикселей. Это датчик от компании Sony IMX350. И еще один широкоугольный датчик на 16 мегапикселей. Здесь также можно использовать его как макрокамеру. А на обратной стороне в каплевидном вырезе у нас фронтальная камера, она на 32 мегапикселя. Еще из интересного по коммуникациям, здесь у нас двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, датчик NFC в комплекте и выход USB Type-C версия 2.0. Также имеется поддержка сетей нового поколения 5G. Габариты устройства, несмотря на то, что оно защищенное, но не сильно огромное. 178,5 на 83,1 на 17,9 мм. Смартфон защищен кучей стандартов от всего, чего только можно себе представить. От влаги и пыли по стандарту IP68, IP69K и также по армейскому стандарту MIL-STD810H. Ну а прямо из коробки новинка работает на операционной системе Android 12 с фирменной оболочкой. Ну и одна из самых интересных возможностей данной новинки, это, конечно же, батарейка. Здесь она супер емкая на 10 800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 66 Вт, и также есть поддержка быстрой беспроводной зарядки, она на 15 Вт. Dugi S100 умеет работать при температурах от минус 55 до плюс 70 градусов по Цельсию. А экран данной новинки защищен фирменным стеклом Corning Gorilla Glass 5 поколения. Ну что ж, друзья, вот такую вот новиночку для нас представила компания Dugi. Я напоминаю вам, супер защищенный новый классный смартфон с дисплеем на 120 Гц, с емкой батарейкой и защищенный по всем разным стандартам. Напоминаю вам, моделька называется S100. И теперь мы с вами плавненько переходим к тому, ради чего мы здесь с вами и собрались. Сколько стоит и когда и где можно купить? Отвечаю на поставленные вопросы. Приобрести, естественно, можно на площадке AliExpress. Оставляю ссылку на товар, на продавца, на официальный магазин в описании к данному видео. А вот по ценнику пока что не распространяется продавец, сколько все это будет стоить. На сайте у нас стоит просто ценник от фонаря в $1000. Поэтому переходите и следите. Скоро, я думаю, уже объявят настоящую цену и можно будет заказывать. Пока что 80 тысяч рублей за это отдавать, конечно же, не стоит. Поэтому переходите по ссылке, следите. Я думаю, ценник будет намного приятней. А первым покупателям, как всегда, будут скидки. Поэтому обновляйте страничку чаще, чтобы урвать данный смартфон одними из первых и по хорошему ценнику. Ну а я на этой ноте буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Дзен канал, на мой Telegram канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. А я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся в интернете. Всем пока!